Хочу представить вашему вниманию вот этот вот интересный объект, родом из Советского Союза. Выпущен этот экземпляр в 1990 году, это не что иное, как светильник. Светильник устроен достаточно интересно. Верхняя часть снимается, и внутри мы видим вот такой вот барабан и лампочку. Конструкция проста, как все гениальное. Лампочка нагревает воздух, воздух поднимается, попадает на крыльчатку и вращает цветной барабан. Благодаря чему возникает эффект переливания вкупе с неким космическим дизайном этого девайса. Все это создает совершенно фантастическую советскую атмосферу. Ну давайте посмотрим, как это работает. Хотя работает не очень хорошо, иголка, по-моему, затупилась. Вот так это все выглядит при свете дня. Чуть попозже мы выключим свет и посмотрим, как это выглядит. Вот крыльчатка закрутилась, и наш замечательный девайс переливается различными цветами. Лампочка 25 ватт. Я выключаю свет. И вот такое вот магическое настроение создает этот раритет. Допуская, что в свое время вращение было более быстрым, давайте попробуем закрутить его пальцами и посмотрим, как это выглядит. Ну да, так гораздо лучше. Вот такая вот новогодняя история.